Всем здорово, братва на связи, как всегда я, Малфой. И это 35-я серия Пути Бомжа на Black Rush'е. Прямо сейчас я нахожусь на новой локации хэллоуинского обновления. Здесь куча машин и куча народа, давайте подойдем поближе. На входе нас встречает топ сборщиков конфет. Призы здесь вообще крутые, за первое место уникальный скин скелетон. Ну и также випки и виртуальная валюта. Вы посмотрите, насколько крутая здесь локация. Очень атмосферно. Все игроки тусуются возле этого домика. Здесь я вижу регистрация на мини-игры. Прописываем /game. На выбор две игрульки. Это охота на ведьм и мертвая рука. Давайте попробуем себя в роли выжившего и будем играть с другими игроками. Ожидание матча заняло буквально секунд 20, и мы начинаем игру. Нас телепортировало на какую-то локацию, и теперь мы должны включить генератор. Самое главное — это маньяк, который может нас грохнуть. Мы подбежали к первому генератору и чинить его стал Кирилл. Давайте попробуем с вами найти второй генератор. Опася, смотрите, вдалеке бегает тот самый маньяк. Ну что ж, друзья, я наконец-то нашел генератор и приступаем к его починке. У нас заполняется шкала в процентах и время от времени появляется мини-игра. Мы должны нажать на отпечаток пальца во время того, как метка будет на зеленом цвете. И я смотрю, у нас продолжается ремонт генератора. Ко мне подбежал Кирилл, и я немного пересрал. Нажимаю на отпечаток не в том месте, и меня долбануло током. Теперь придется чинить генератор с самого начала, блин. Смотрю, на фоне бежит маньяк, и я бросаю все это дело и начинаю убегать. Чтобы вы понимали, он за мной бегал, но очень долго. И в один момент чуть не прихреначил меня своей палкой. Потом смотрю, он куда-то исчез. Походу, ему надоело за мной бегать, и он переключился на другого игрока. Тут смотрю, опять он, и начинаю бежать по его стопам. Самый прикол в том, что у нас одинаковая скорость, и догнать меня очень сложно. Тут смотрю, я забежал в тупик, и маньяк меня захреначил. Я получил 1000 рублей как утешительный приз. Смотрю в чат и вижу, что челики скупают какие-то конфеты аж по 30 000. Ну и пишу в семейный чат: пацаны, где же мне взять эти самые конфеты? Тут увидел продавца в ларьке, и давайте посмотрим, чем он там барыжит. Меня перекинуло в донат услуги, и здесь есть крутые скины. Всякие скелетоны, ведьмы и так далее. Кстати, можно купить скин Харли за 5 миллионов рублей. Я вернулся обратно к мини-играм и приступаем к заработку. Хочу сыграть за роль убийцы, но, к сожалению, их слишком много, нужно брать выжившего. Мы начинаем очередную катку и отправляемся к генератору. Тут из-за дома выбегает маньяк, и опять начинаются догонялки. Решил оглянуться, как убийца куда-то исчез. Ну ладно, давайте починим генератор. Вы бы знали, как я очковал, когда чинил это все. Но спустя минуту мне все же удалось это сделать. Нам нужно починить еще 3 генератора, и тогда мы точно одержим победу. Смотрю, маньяк тусуется прямо передо мной, и начинаем быстренько чинить генератор. Остается буквально 10%, и вижу на горизонте этого мужика. Ну и по стариночке начинаем сваливать от него, надеюсь, получится. Оглядываюсь по сторонам, и он до сих пор бежит за мной. Ну и решил я немного поприкалываться и наматывал круги вокруг домика. В конце концов, мы добрались до какой-то площадки, и слышу, они общаются в голосовом чате. Тут стоят другие игроки, и они не убегают, а маньяк говорит, чтобы я не чинил генераторы. Не надо генераторы чинить. Я спрашиваю, ну почему их не нужно чинить? А тут бац, он берет и убивает меня. Вот же крыса-то, а я ему реально поверил. Мне начислили 1000 рублей, но это меня вообще не устраивает. Я хочу победить и заработать больше. Давайте попробуем с вами режим охота на ведьм. Мы запустились очень быстро, и нам дают 20 минут, чтобы мы прикончили 20 ведьм. Тут все просто, с помощью винтовок стреляем по этим летучим тварюкам. Единственная сложность, так это заклинание от самих ведьм. Вот, например, меня подкинули и сбили с толку. Увидел я очередную ведьму и красиво накидал ей свинца. У меня плюс 1 килл, но теперь я заморожен на 30 секунд. Вот такие вот заклинания. Дальше я пристрелил еще одну тварюку. Надеюсь, за это мне дадут больше денег. Вижу последнюю ведьму и ювелирненько ее убиваю. Ровно за 8 минут игра закончилась, и я заработал 7000 рублей.
рублей, что вполне неплохо. Теперь давайте попробуем с вами сыграть за роль убийцы. Мне выдает всегда ошибку, что убийц слишком много, но в конце концов закидывает в очередь. Буквально минута ожидания, и я спавнюсь в этой деревушке. В руках у меня вот эта вот палка, и теперь ищем мирных жителей. Кто-то мне объяснит, почему этот бомж так быстро двигается. Воу-воу! Он только приступил к починке генератора, и с первой плюхи я его оглушил. Вот как он так быстро бегает-то, объясните мне в комментариях. Огромный плюс, что у меня отображается красная метка, где же в данный момент чинят генератор. Тут увидел двух игроков, и они начинают от меня убегать. Бегу я за Дедом Морозом, а он прыгает в воду, вот же жучара. Это тупо легальный чит на эту мини-игру, его здесь никак не достанешь. Побежали, короче, за другими игроками. Смотрю, какой-то челик стоит и не двигается, это то, что нужно. Начинаю его хреначить палкой, и он отправляется на тот свет. За этим Дедом Морозом бегать нет смысла, он все равно прыгнет в воду. Опася, Артемка, а что мы тут делаем? Я его до этого оглушил и теперь отправляем на тот свет. Получается, осталось всего лишь два выживших и вполне реально здесь победить. Начинаю преследовать очередного игрока, главное, чтобы он не падал в воду. Вот вам еще одна тактика, мы просто сворачиваем чуть раньше, чем он. И вот такими вот движениями можем сократить дистанцию. Я его почти догнал, и он держит свой путь в воду. Вы только посмотрите, мне удалось его оглушить, это уже хорошо. Делаем еще пару ударов, и вуаля, минус чели. Теперь осталось прикончить этого Деда Мороза. Как же он меня бесит. Здесь он реально тупанул, и в самый последний момент я его оглушил. Просто чудом в воде мне удалось его убить. Я получил аж 15 тысяч рублей всего лишь за 6 минут. В принципе, за этого маньяка можно и играть. Деньги здесь платят нормальные. Теперь нам нужно разобраться с конфетами. Их скупают по нормальным ценам.